Привет, друзья! Вы вновь смотрите Minecraft Adventure. Максим, Дима и два раба с нами, но мы посчитали, что нам не хватит двоих. Привет, Максим! Здравствуйте! Так, нам не хватит двоих рабов, потому что мир теперь в три раза обширнее, так как добрый человек, которого сейчас представит Максим, нам помог. Мы теперь с модами играем, у нас появилась мебель и куча-куча живности, и очень-очень опасная ночь, в которой мы теперь будем прятать свои задницы под одеяло и спать, скорее всего. Да, огромное спасибо Дмитрию Золотову за то, что он предоставил нам сборочку, отличную сборочку. Мы укакались просто-напросто, когда попробовали первый раз, это было феерично. Вот можете наблюдать Мишку, который на мосту. А под мостом там куча тоже дельфинов, скатов и так далее. Короче, еще увидите. Давай вызывать третьего, потому что нам явно не хватит рабочих. У нас тут дерева, кстати, нету. Негде танцевать теперь, что делать? Ну да, мы срубили, были вынуждены поставить три кровати еще у себя в гостевой, которую мы сегодня, наверное, будем расширять, обделывать с помощью модов, разбираться да, с этим. Мод в общем, это всегда круто. Тогда можно потанцевать, не знаю, вот здесь вот вокруг вот этого. Как они там делали вот так вот. Вот это. Выходи, третий раб. Ты можешь выйти, вот он, вот он. Да, заклинание работает и без елочки, отлично. Сад вместе с нами теперь. Лови, иди сюда. На тебе стандартную броню. Прям от сердца. От души, от сердца. Потому что моя-то броня разбита уже вся. Нифига, у тебя прям железо почти набор, не осталось. Те, кто смотрели на мой инвентарь, могли заметить сердце андеда, мясо крысы, еще и шкуру кое-кого. Это все из-за модов. Список модов мы пока предоставлять не будем, потому что пока тестируем это все. А потом, возможно, еще и рабочий клиент выложим на скачку вместе с картой. Ну а пока сад отправляется к ребятам, к Зае и Егору, чтобы помогать им там в строительстве. Но а мы с Максимом пошли разбираться, наверное, с аддонами. Ну, я предлагаю с тобой за деревом сходить сначала. Блин, дай мне топор. У меня один, и он на миллиметрах. Он красный весь. А смогу алмазной киркой? Нет. Ну пошли, я тебе сделаю топор. У меня дерево есть, в принципе. Ну, просто да, еще кое-что случилось. Твою мать, ты посмотри, стрекозы у нас здесь. Это что за нападение? Вызывай с инспекции. Куда они улетели? Все, умерла. Минус. За них опыт не падает, обидно. Не, а, падает. Они падают. Не сразу просто. Офигеть. Вовчик, теперь ты не такой крутой. Теперь ты просто собака. Появились лошади. Причем как нормальные, так и агрессивные скелеты. Привидения. Великаны, которые рушат все здесь подряд, поэтому нужно будет предельно быть аккуратным и осторожным ночью, так как мы уже один раз люлей получили. Причем таких не слабых, но... потому что вот видите, у меня в инвентаре ничего нет, я умер. Тест, да, увенчался провалом полнейшим. Так, ну, я умер не то, что меня убили, а то, что я просто упал. В парове драки. Лови топоры. Топоры. Все. И два топора себе еще. Отлично. А почему ты себе их? Ты мне их кинул. Ну, кинул как бы, понял, но понял, они понял. К тебе ушли. Оп-оп. Все, погнали рубить. Так, мы идем за деревом. Да, а потом будем пытаться экспериментировать в новом крафте. Заделать. Ой, вечереет. Подожди, не идем мы за деревом. Никуда мы не идем. Это, блин, да, теперь вечер, очень да. Опасно. Это... Лучше не рисковать вечером. В этой серии мы пока просто не готовы показывать вам всю прелесть ночи нынешней. Как-нибудь в следующий раз. А пока команду, наверное, нужно дать рабочим. Бригадир говорит вам спать, ребята. Да-да-да. Можно было, конечно, написать, если вдруг они не слышат, смеркается. Так что пора. Ну, можно и написать, как он там пишется. Не могу открыть чат. Вот открыл. Т. Спад. Спад. Ой, а куда я вышел тогда? Командная спад. Дана. Ночь.
и тишина. Данная навек. Та-та-та-та. Вот они, эти три кровати для рабочих поставлены. Да, сейчас тоже покажу. Ну, кстати, скорпион. Вот, вот это вообще. Мишка, который гасит ската внизу возле этого. И опыт, который валяется здесь почему-то. Да, кстати, он к тебе сейчас прилетел. Не, он там лежит, смотри. Вот он. А он просто так летает. Ему плевать. Вокруг короче. Тебя, смотри, вокруг тебя летает. Джим, джим. Что это за фигня? Убей его, убей его. Все, ладно, надо спать, пошли. Все, да, они легли наверняка. Да, надеюсь. У нас теперь 5 кроватей вообще в доме. Ну да, мы сделали... Можно будет гостиную сделать. О, блин, этот опыт прям перед глазами встал. Она даже так висит на того чаще. Так, а, ладно, спать. Знаешь, что может быть плохо? То, что мы здесь сделали кровать для Сата, а там только две. А нет, все, Зая написал, спим. Все, мы поспали. А что бы мне сделать? Ну что там слабо это, нарубить дерево и шерсть? Сделали, сделали, походу, да. Кстати, вот из этой кожи, смотри, я тебе дам, чтобы твои подписчики тоже видели. Вот, она выпала из оленя, по-моему. Можно сделать шерсть. Ага, шерсть. Неплохо, забирай. Думаю, я себе оставлю. Я сделал шерсть. Хотел. Кстати, надо будет потом освободить, ну, эти, как они называются, печки от камня. И попробовать пожарить мясо, там, крысы, сердце мертвого и так далее. В общем, ладно, пошли за Эндерман. Ты слышишь, да? Он прям тут. Это, дядя вот это... принаглел, что ли? Вот это вот уже... Вот, сами понимаете, утро, эндермены, как бы, это вообще нереально. В как... огороде. В огороде. Говорю, надо закрыть это полностью стеклом до конца. Нормальное утро. Эндерман в огороде, это нормально. Ладно, все, пойдем тогда рубить дерево нам. Дерево нужно. А для чего нам нужно дерево? Спросите вы у нас. Опять Эндер. Вася! Вася, ты чего? Сейчас что-то... Опа! У него что-то с башкой, у него там дырка в голове, ты видел? Да. Мишка, кстати, не агрессивный, а заяц вылетел из игры. Интересно же, что с ним случилось. Может, он не агрессивный, да, он классный. Мишка, ну-ка, классный. Сырой рыбы, можно тебя приманить? Он встал такой. Блин! Я ударил его рыбой. Я рыбой случайно ударил. Миша, извини. Бить-то не надо. Лиса. А, лисичка, вон скорпионы, да. Молодец, вот гад. Уже весело. Даже три. Здесь еще проплывал дельфин. Вон он. Ой, а корова, ты уже не такая крутая, ты уже мейнстрим. Да-да-да. О, зайка вернулся. Вот интересно, вот этот дельфин, он ко мне поплыл, он агрессивный? О, на нем можно кататься. Да ладно. Смотри. А ты им управляешь? Нет, он сам по себе. Прикольно. Правой кнопкой зажимаешь, короче, и плывешь на нем. Ай-яй-яй, там скаты, я боюсь. Вот то, что скаты, да. В воде теперь довольно опасно. Есть маленькие, вон, те безобидные рыбки, есть скаты, которые бьются, есть змеи, которые прыгают в воду и там тоже атакуют. Это все выглядит здорово. Ладно, пошли за деревьями. Только... А то мы сейчас профукаем еще один день. Да, теми деревьями. А ночью, да, еще не готов я. Морально, потому что контраст моих эмоций, моих слов не вписывается в рамки до 18. Ага, съел, короче, мясо крысы и отравил себя. Ну, а что ты думал, ты съешь мясо крысы? Жизнь удалась. Интересно, долго это отравление будет там не висеть? А что мы в ту сторону? А, вон, вправо, пойдем из зимнего. Не знаю. А я что-то сюда пошел. Ну, просто... Принципе... А, я понял позыв, потому что здесь поле, я думал, может, еще какие-то живности увидим. Вон, собственно, это зебра? Это зебра. Где зебра? Маленькая зебра. Маленькая... Слушай, вот тут, короче, дырка тоже есть. Я вот теперь их боюсь, я вот сегодня упал. Ну да. Ну там страшнее дыра была. Нет, там есть вот немножко дальше тоже дырка. И она... Вот она. Смотри. А, такая же? Сплошная. Да. Слон, кстати, ребята. Да, ребята, кто не видел, слон. Сейчас вроде как еще какое-то новое
Он тоже мирный, по сути. Смотрите, то сколько коров сразу появилось, да, Да, вот? да, 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 да. О, яичко. Немножко бы подождать, да, и оказывается, можно было их прямо отсюда взять. Вам скоро придется вырезать опять их. Не придется. Своих, в смысле. Ну, мы же их это размножаем, так что, в ну, принципе. Так-то да. Дерево в воздухе висит. Ну, это нормально. Это Майнкрафт. Тут все в воздухе висит. Сколько примерно нам дерева нужно? Я не знаю, чтобы в крафте просто поразвлекаться, по сути. Ну, пока не стемнеет, да? Где-то так. Что нам там нужно? Нам нужно дерево. Ну, всякие там шерсти, глины, кирпичи. Все это есть у нас. Так, так. Может, так неплохо. Но у тебя же сломалась, которая на этом была, на миллиметре. Не, кирка сломалась, как ни странно. А алмазную не потерял, когда умер. А то, блин, думал, все. Да, было бы обидно. Очень обидно потерять. Здесь, наверное, посадкой не будем заниматься, потому что там целый лес. Ну, я посадил. Лес. Лес, красивый лес. Хотя да, тоже. Птичка какая-то голубая. Где, 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 где? Ты видишь меня? Вижу тебя, бегу к тебе. Иди, иди быстрее. Аккуратно, аккуратно, не спугни только. Она чирикает, слышь, смотри. Вижу. Такая чирик-чирик. Она к нам пошла. А можно про окно на тебя жмакнуть? Я хочу тебя животным своим сделать. Нет. Что ты, на! Попугая, что ли? Я хочу себе птичку! Только не настоящую, попугай. Потому что если бы она была у меня в реальной жизни, я бы убил птичку. Ненавижу, когда кричит каждый этот попугай, знаешь. У меня был попугай. Чё я себе pet's name? О, так ты кого себе взял? Не знаю. Выбери имя. Я нажал done, и ничего не произошло. А, потому что ты не выбрал имя. Я не выбрал имя, да. Ты мог, наверное, птичку себе зафигачить. Не знаю. Да, этот аддон по... Ой, что за... Смотри. Ты меня разочаровал. Ты видишь это? Что? Да, на голове у тебя сидит? Я летаю, чувак. А, ты паришь, ты не летаешь. Я парю, да-да-да. Из-за того, что у меня птица на голове, да? Да. У меня теперь свое животное. Только оно без имени, потому что ты имя не дал. Ну, а ее имя, choice name. А ты видишь, что оно у тебя написано имя? Нет. А, моя чёса будет. Я теперь прикольно падаю. Мне это нравится. Ну ты козёл. Я хотел себе птичку. Я ее убил топором, потому что хотел порубить дерево. Я просто беспощадный ирод. Блин, это круто. Ну, да, этот мод, помимо того, что добавляет животных, может, позволяет мирных, по всей видимости, делать своими. Ну, вот Максим вне записи сделал своей змейку, я вот на записи на птицу, от которой толк появился, видите, она меня поднимала. Белый медведь. Да? Где? Вот видишь? Я тебя не вижу, нет. А, вижу первого медведя, да. Белый медведь. Круто. Это реально весело. А свинюшку я убью. Я хочу с ней. Он агрессивный. Он агрессивный. Агрессивный. Иди в баню, блин. Да не агрессивный, он просто с тобой шел. Идет он в баню, я боюсь медведей. А из него выпало две этих шерсти. Круто. А нет, кожа. Из него кожу можно делать. Так что теперь можно и медведей убивать. Здорово. Пошли домой, наверное, уже. Попробуем в крафте. У меня 29 ели уже. Так, а куда идти-то? Ой, на красный. Я слышу опять кого-то интересного. Ой, еще желтенькая птичка, желтенькая, иди сюда, иди сюда. Где ты? Где ты? Где ты? Я иду за тобою, где ты? Вот. Я почему-то птичку все хочу. Ну. Я не могу ее выбрать, кстати. Ну, она как-то, видишь, может, случайным образом как-то получается так. Кстати, у меня еды нет. Так что буду есть сырое мясо. Где она? Куда она пропала? А, вот она. Сейчас жалко, они не летают. Фу. О, а может оленя можно себе? Иди сюда, оленя надо. А, такой! Да-да, это лягушка, слышь. Это круто. Волки такие теряете, прям... А, нет, это кролик! Вот он! Я хочу себе кролика, да! Блин, я тебя потерял. Да. А, вот вижу. Все, кролик Боня. Вот птичка желтая, кстати, иди сюда.
Нет, у меня есть кролик Бонни, мне У тебя нужно на две голове, кошки. да, вижу. Смотри, смотри, дети. Это офигительно. Я птичку свою просрал. Будь моей, птичка. Будь моей. Ладно, все, я до дома. Боня, пошли. Да, я тоже. На голову и пошел. Сейчас я вам покажу, ребят, как это выглядит. А, классно. F5 Блин. Нажимаешь, прям на голове сидит. Видите, да, вот эти деревья, которые разрушены? Это, видимо, зеленые великаны здесь побывали. Да, вот страшные из-за них товарищи. Мы не хотим выходить ночью никуда. Потому что боимся, что они расхреначат нам дом. Вообще все. Вон конь, 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 интересно. Он ночью на меня нападал, а этим какого? О, ты себе тоже взял черного, Бонни. Да. Только ты его просто... А, вот теперь ты ему даешь имя. Как ты его назовешь? Королева. А почему королева? Потому что в Скайриме у меня конь королева. Ну, видишь, как у меня Боня. Боня и королева. Блин, две девочки, мы как эти. Девочки не сеточки. Нет, вы так Блин, не подумайте. Блин, здесь где-то конь был. О, страус! А, страусов еще не видел, наверное, да? Я не видел. Красота. И, кстати, вечереет. Потихонечку. Да, погнали, погнали, погнали. Пчела! Ай, обосрался! Да, пчела, кстати, жалит, так что вообще опасно. Тут вообще теперь очень много... А, это не пчела, это кузнечик. Кузнечик? Это кузнечик. Или... О, реально, да, кузнечик, слушай. Срача, или как их там... В общем, пошли, темно, 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 страшно. Да, да, сейчас начнут появляться, блин, всякие страшные мужики, и будут все разрушать, чёрт его. Хотя, с другой стороны, без разрушения... Не бывает созидания. Боня, пошли. Просто дверь не открывается, когда на тебе кто-то. Ну да. Ай, Боня, ты куда? Все, ты потерял ее. Открой мне дверь. Ладно, я сам себе открою. Только надо теперь закрыть. Так, Боня, иди сюда. Все. Будь тут. Пошли в загон ее, что ли, положим? А, это точно. Блин, уже эти... А, нет, это телепорт. Я думал, вот уже эндермен где-то опять прыгает, бегает. Нет. А теперь как дверь открыть? А, ты открыл дверь? Все, заходи. Арбузница, shot was slain by... Все понятно. Великая потеря. Егорку убил. Слендерман. Ни хрена себе, свиньи размножаются сами, что ли? Не, это я их это расплодил еще разок. Давай, снова ты открывай. Такой, спрыгивает со звуком. Закрой ту дверь. Ты слышишь этот звук? А, это корова. Я думал, это что-то страшное. Королева. Блин, мы сейчас эту дверь не откроем. А почему ты в коров? Я лучше к свинюшку. Интересно, она не выпрыгнет оттуда? Очень Че? Надеюсь, что нет. А твоя на окно села. На подоконнике. О, Боня. Давай надо. Быстрее, ночь. Все, ухожу. Так, уйдите отсюда все. Все отсюда. Отсюда все. Аларм, аларм. Второй деревне. Прием. Спать. Всем спать, да. Алярм, алярм. А-а-а, в кроватку. Фу. Быстрее. Быстрее. Это, по крайней мере, весело теперь. Да. Реально чувствуется, что мир наполнен. Отлично. Арбузница теперь не будет гулять один. Так, ну что, теперь крафт, да? Да. Во-первых, крафт. Предлагаю создать еще пару сундуков для вещей из аддонов. Ну, пошли вниз тогда создавать. И придумать, куда их поставить. Эти сундуки. Я думал, себя закрыл уже. Куда поставим сундучок для аддонов? Вот я не знаю, давай подумаем. Опа, лодку. И раньше можно было делать. Можно, в принципе, вот эту стену снести. Вот эту вот. Сюда поставить. Или вот лучше сверху как-то вот сидеть. Не, она тройная, а сундук в две клетки. Будет неровно. И здесь тройная. Да-да-да. А внизу есть еще место? Внизу было, да, еще слева. Вот здесь. А, давай вот здесь, да. По сути, да. Так. Только дерево-то у нас только темное. Не
Ты светлое подобрал, просто вот так сделай, да. И вот здесь надо еще. Нету еще два светлых дерева. Есть. В том-то и дело, что только два. Вот так вот. Ну, короче, потом доделаем, когда светлое дерево появится. Да. Здесь еще останется. Все будет ништяк. Так, сюда я кидаю всякое добро из аддона. Новое, да, вот я тоже кину. Еще. Что-то все это боятся теперь. Очкуем. Перезаходит. Нет, у Женьки, насколько я помню, проблемы с интернетом, так что будет заходить, перезаходить. Что-то нормально, я поесть себе возьму, а то... Так, а где у нас цветы были? Не помнишь? Цветы у нас вон там. А у нас их и не осталось, потому что мы использовали все на краски. Ну, я один сейчас положу сюда куда-нибудь. Блин, здесь саженцы. Ё-моё. Теперь вроде там как саженцы. Из цветов можно делать клумбы. И вообще должно быть много цветов. Значит, и, видимо, за то, что мы видели очень много. А, кстати, да, животных. Мы же еще добавляли аддон на растения. Чё-то я на растения, вот растения я не заметил. Я тоже пока не заметил. Пойду проверю. Животных, знаешь, хватает пока. Да, животных вообще с... Ну да, что-то вообще цветов я не вижу. В нашей телекруге. Вот две курицы. О, два яйца. Три. Я даже. Сейчас делаю стулья. Ты делаешь стулья? Угу. А я буду делать, что мне... Сделаю два стула. Делать шкафчики. Шкафчики. Интересно. А ты не знаешь, стол можно делать? Ну-ка, попробуем сейчас. Ну-ка, сейчас. Как-нибудь вот так вот. Да, можно. Ну-ка. Так, пошли туда. Пошли. Стол и два стула есть. Так. Хотя лучше бы нам 5 теперь стульев. Блин, стол на 5 иглов-то нету? Ну да. Это пентагон? Сюда. Ну-ка, стулья теперь. Нет, оп. Тихо. Итак. Не той стороной. Оп, красавчик. А садиться? Можно. Yes. Можно? Я только сел. А что ты куда-то мимо? Ты в воздухе у меня сидишь. А, это у меня тоже. Ну это, короче... Ну, но все равно, теперь можно наполнять. Твою мать. Все это дело. Квартиру. Пойду сделаю, знаешь что? Я пойду сделаю кресло. Стол это, конечно, все хорошо. Но кресло, оно куда покруче. Да знаешь, что круче? Пойду наверх, сделаю кресло. Че? Сейчас. А нет, я пойду вниз. Сейчас я тебе скажу, что круче. Ну тут очень-очень много всего можно делать. Тут это такой мод, в принципе, что... Ну так-то да. Упеешь. Фу, жесть. Вот я о том же. Я даже не знаю, что сделать. Потому что много всего. Ну вот, короче, из простой шерсти не делается это все дело. То есть для кресла нужно вот именно специального цвета шерсть. Я не помню какого, наверное, красного. А, все-таки. Красного, да, бордового. У меня три красные шерсти только есть, и у нас один цветочек. Сейчас а там нужно 4, тебе вот одного не хватает. Ну да. Сейчас вон Боня прыгает в загоне. Боня в загоне. Не выпрыгивают они, да, через... Да, они выпрыгивают, нет. Ой, крыса, у нас здесь крыса. Где? Не сюда. В подвале? Нет, через верх по пути к этому, к порталу. Твою мать. Днём... Ты чё, охренела? Днём она безобидная, кстати. Она ночью агрессивной становится. А там, смотри, там волк и волчонок. Или кто это чёрное такое? Подожди. Чё, сейчас узнаем. А я-то проверю, я-то зачекаю. Пойду чекну. Это кабан! И кабанчик, и пчела тут. Осторожно. И пчела. Такой звук был. Ненавижу. Пчел. Ё-моть. Кабан, ты обнаглел, что ли? Он агрессивный. И пчела тоже агрессивная. Ой, опыт. Поймал. Самые агрессивные тут мы, блин. Да, из их кожи можно делать обычную кожу. Ну, я говорю, как из медведей. О, дикая утка. Да, реально утка. Ну-ка, с тебя что падает? Утятина? У тебя тебя, нет, не с ней. Кабанёнок пусть живет. Бабочки. Ну вот это теперь мир Майнкрафта, блин, ожил. Вот это круто, на самом деле.
Вот почему разработчики не могут этого все добавить? Ну это же, блин, элементарно. Или им нужна лицензию на лошадь, блядь. А, На ну, пчелку. конечно же, да. Так, я шел за цветочком и вернулся без него. Это плохо. Потому что его нету. Где? О, у нас пчела в доме! Убить! Так, опыт. Я хочу опыт поймать. Чего он там снаружи опыт валяется? Я думаю, сейчас я сделаю кресло, и мы на этом закончим эту серию. Такое вступительное, ну, знакомительное. Да, вступительное. Черная кобыла. Я вижу черную кобылу. Снова пчела, убить. Убить. Вот не можно понял. Теперь фармиться. А это что такое? О, улитка! У нас кошка в загоне. Так, лошадь я седлать не могу. Возможно, с этим какого? Седлом получится. Кошка, говоришь? Да, кошка в загоне. Не оцелот именно, а кошка? Да, кошечка такая. Мяу. Вообще, прикалываетесь? Вообще, реально мир стал супер наполненным. Почему раньше такого? Не сделать бы. Блин, они желтые цветочки, представляешь? В смысле? Вообще нет? Медведь кого-то хавал. Одни желтые цветы. Ну, это надо... А, так это, возможно, мод еще не... Ой, слышь, кошка на куриц нападает. Он сейчас на куриц всех выжигает. Ты че, не надо нам куриц выжигать. Надо воспитывать, блин. Слышишь? Слышишь? Нашел. Да она всех цапает. Ты чё, коза? Ты чё? Умри. Я, конечно, не приветствую убивать котяж, но почему убивать наших куриц? Да, бак-баки нам сейчас дороже. Коза, блин. Сейчас надо маленьких бак-баков сделать. Только они не делаются. У меня осталось... О, один есть. Все. Нашел 4 цветочка. Ну, 6 нашел, еще 2 оставил на месте. Все, бегу домой, потому что я проголодался. У нас появился маленький зайчонок. Бонни сделала зайчонка. Ты в курсе, что сейчас можно создавать там головы животных и вешать их на стены, допустим? Это типа как это, чучело? Ну, типа того, да. Допустим, сейчас, если у тебя есть яйцо, можно сделать голову курицы. У меня уже нет яйца. Великий трофей, голова курицы. Да-да-да, у меня уже яйца нет, я уже все скинул. Сделал маленького бак-бака. Столько животных, я прям не знаю, хотелось бы всех просто. Эх, а можно всех посмотреть? Хотелось бы всех уже увидеть. Так, у нас все печки заняты. Надо сказать кое-кому, чтобы они перестали занимать наши печки. Так это камень повышенный. Его нужно просто перенести в этот в ящик кто-то нижний, внизу который. А, ну ладно, я перенесу. Тут как раз опыт получу с этого еще. Так... Хоть уровень восстановлюсь. Так, а где ты там ящик поставил? И возьми жареное... Ну, это какое, не жареное, а мясо крысы попробуй пожарить. Получится или нет? А, у меня нету мяса крысы. Оно там, в ящике для аддона. А, для аддона? А, роурет. Все, пойдем. Не, ни хрена. Не красная. Видимо, какая-то другая шерсть должна быть. Жарится, да, смотри-ка, жарится. Я посмотрю, что же из этого выйдет. Бога я. Так. Так. Приготовленное. Просто cooked red. Все приготовленное мясо крысы. Смотри, как выглядит. Здорово. К еде. Вот, да, получается, еду можно теперь из большего количества мобов делать, а не как вот то получается только курица, там свинина, баранина или что там. А, теперь будет баранина. Потому что у нас есть кабаны. Я не знаю, сейчас что делаю. Что ты, да, что ты творишь там вообще? Что такое blind? Да, слепой. Смотри. Blind это... Жалюзи. Это жалюзи. Офигеть. Ну-ка, попробуй повесить. Оно... А, ты взял, да? Да, я пойду попробую. Хоп, да, реально вешается. Смотри. Круто. Это очень круто. А как открывать же должно быть можно правой кнопкой, да? Смотри, открывается. Паш, пойду сделаю. Сколько там нужно всего? В смысле? Ну, сколько нужно этих жалюзи всего? Ой, знаешь, сколько у нас окон? Надо придумать, на какие окна ставить.
Их можно вообще, типа, смотри, ну, можно, типа, закрыты, можно приоткрыть, а можно вообще, типа, убрать, как, ну, как настоящие жалюзи. Свернуть, типа, в трубочку, они так висеть будут. Ну так сколько Офигеть. нужно? Сколько нужно? Ну, смотри. Или ты все будешь? 8, короче, 16, 24, Я 12 сделал только, ни хрена себе. 32. Тут и тут дофига. Короче, до хрена. Это знаешь, сколько дерева? Это знаешь, сколько времени? Я сейчас делаю Сейчас. все. Сейчас это быстро. На самом деле. А у меня, в принципе, тоже много дерева. Просто интересно, из темного дерева сделается темные жалюзи или светлые? Как, кстати, ты их делаешь вообще? А, сначала дерево в три клетки. Делаются ело, ну, панели. Потом панели в три клетки, слева направо. Делается blind part. А потом из blind part уже собирается два ряда по три клетки и получается жалюзи. Сейчас попробую. Так, теперь в линию ты говоришь, да, есть blind part. 6, и потом... Вот, blinds, да. Понял, все. Сделал тоже одно жалюзи. Я сделал 54. Пошел Значит, поп... ешьте. Это круто. У Ну, это жалюзи это реально круто. здорово. Хотели на кресле закончить, а вот еще видели жалюзи. А, его вообще можно убирать, типа, да? Я, да, я говорю, оно типа это вообще сходится так. Так, и сюда. Так, это нужно... А, знаешь, в чем загвоздка? Чем? В том, что это же все-таки куб, и не получится, допустим, боковые вот эти скрещенные окна. Короче, хрен объяснишь так, тебе нужно прийти и посмотреть. Ну все, спускаюсь, смотрю. Ну, то есть вот это вот окно хрен засветишь, потому что это получается куб. Здесь куб и там куб, понимаешь? А Поэтому если... предлагаю... А если Не-не-не. схитрить, сделать сначала там? Ну тогда тут не повесишь. Предлагаю убрать окна в этой части и поставить дерево. Есть у тебя дерево? У меня только темное. Ладно, короче. Потом сделаем тогда здесь дерево. Офигеть, жалюзи. Теперь нам не будут докучать всякие тут овцы, которых мы постоянно видим. Мы можем закрыть это жалюзями, потом если что, открыть. Это офигительно. Вот так, вот так, вот так. Реально круто, ребят. Все, у нас теперь в серии будут только украшения. Вы просто не представляете, сколько мы будем Хотели, блин, украшать. строительство получать. Только это Теперь, короче, вот это строительство. вот можно. Да, вот можно снимать вот эти вот штуки, которые мы тогда ставили, помнишь? И Какие? вешать сюда полочки настоящие, вот А, эти. ну это да. А зачем ты прям донизу? Блин, не хватает. А зачем ты прям донизу? Надо это... Внизу просто стекло убрать, давай потом это уберем, внизу стекло. И, кстати, ходить нельзя через него. Да? Да. Ну да и хрен Это с же ним. куб. Ну да. Жалко, что куб, конечно, сделали бы хотя бы он формат этот, Сколько там? формат полукуба. Полублока, чтобы можно было проходить мимо. Ну Потому да. что она мешается иногда, где узко. Вот, допустим, здесь она так идешь, дык. Да, ну это к этому привыкнуть можно. Ну, привыкнуть-то да, Проходить возле привыкнуть нужно ко лестницы. всему. Просто выглядит это здорово. Не, особенно если еще вот так вот сделать. Просто, ну, открыть. 6 нужно. Вот так вот, если открыть, то вообще прикольно смотрится. Тык, 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 вот так вот. Жун. То есть, если просто закрыть, то это будет как будто и ничего и нету. А если открыть... Надо потом проверить, кстати, это, когда вот мы поставим жалюзи везде, будет ли свет проникать, если пол открывать. И вот здесь вот мне стол надо нормально сделать, наконец. Да, ты наконец-то делаешь себе нормальный стол, а я себе хочу полочки. Мне нужен верстак, пойду сделать полочки.
Так, верст, так, верст, Или так, не, верст. я сюда кресло поставлю, когда сделаю. Все равно здесь хрен пройдешь. Из-за жалюзи. У тебя есть еще дерево? Тут не хватило немножко. Ну, у меня только... А, ну из темного тоже делается. Давай, на. Держи. Если я палочки пойду повешу. И куда-нибудь, ну, не знаю даже. А, ну, а на стекло. На стекло можно повесить. Не-не-не-не-не, разбить. Да я себе тумбочку сделал, слушай. Сейчас посмотрю. Я как в армии, сейчас только я переставлю ее. О! Вообще жесть. А, опять одно не хватило. Где? Смотри, вот стоят тумбочки. И причем главное, что в них можно хранить, да. Здорово. А сделай мне тоже две штучки, пожалуйста. А мне железо нужно, кинь мне железо. А, две. Внизу. А, ты уже скидывал, да? Ну да, я туда все взял. Боня там все прыгает, королева. Все прыг-скок. Прыг-скок, прыг-скок. Ты пожарилась эти курятины-то? Там. Ну, курятину скинуть, половину вернуть. Так, ну что, ну, думаешь, всего? Не закрывать это все, да? Ну, типа полуоткрытое оставлять. А закрывать только тогда, когда страшно. Тебе две полки сделать? Да-да-да. Всем. Две полки, так две полки. Это круто. Это больше, чем круто. Это... О, баба, вот так я скажу. Так, держи. Где? Украшается так потихоньку. Держи. Пок-пок. Да, да, набирает обороты. Украшения так, дома. От этого избавлюсь. Это здорово. С вашего позволения. Так у меня они поставились как-то странно. Боком. Нет, у тебя на втором уровне висит. О! Так вот. Так ты прям в стенку ставь. А, спать, да. Да, все правильно, Егор. Спать. Прям вот, вот нацеливай на стенку, да, вот так вот. Только... Все, спать давай. Сейчас, секунду. Секунду, ребят. Все, ложимся. Ну мы тумбочки себе ставим. Поставил. Все, да. Спад! Спад! Просто нам страшно. Нет, страстно. Страстно. Вам втроем там страстно. Ладно, друзья, на этом закончим тогда эту серию. Вы сами понимаете, что здесь еще много чего крутого, чего мы еще будем показывать вам. А здесь нету, что ли? Да, мне не хватило. А я одной не хватает теперь. В общем, сделаем еще. Все равно нужно будет еще эти окна закрывать до конца. В общем, ничего. На этом, да, закончим. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока. Аривидерчи.